два мира, да в отчаве цир. Армянская народная песня «Ух, сиро-сиро» в сопровождении древнего инструмента дудука. Именно так он звучал много веков назад. Трогательную мелодию всегда напевали люди. А вот на веселых уличных гуляниях обычно играл другой древний инструмент. Его звучание очень напоминает русскую жалейку. Очень громкий инструмент, называется зурна. Крайне редкий у нас здесь в России, да, мне его еле достали. От очень хорошего мастера, но она очень такая громкая, звонкая. Каждый уголок этой выставки посвящен традициям народов, представители которых живут на территории Владимирской области. Среди них чеченцы, цыгане, узбеки, татары, азербайджанцы. Об их уникальной культуре рассказывают музыкальные инструменты, старинная посуда и, конечно, костюмы. К примеру, узоры на азербайджанской одежде – след одного из древних религиозных течений. В большинстве своих оттенков нашей культуры изображены вот такие золотистые цвета, цвет огня. Один из известнейших узоров нашей республики является узор Бута. Как раз символизует язычок пламени. Одна из самых многочисленных диаспор региона – татарская. По данным последней переписи, на территории Владимирской области проживает более 7 тысяч татар. Один из символов связи поколений – традиционный рушник. Тастамал – это рушник, ручное полотенце, которое использовалось и в быту, и во время праздников, и для украшений даже между праздниками, для украшения интерьера татарского дома. Его вышивают вручную. Сейчас это настолько ценно и настолько редко, потому что немножко мы обленились. А на самом деле это все воспитывает. И и терпение, и чувство вкуса. Большинство экспонатов принесли сами представители национальных центров и диаспор. Многие нигде больше не увидишь, ведь они хранятся в семьях участников выставки. К примеру, скульптор Игорь Черноглазов родился и прожил в Узбекистане более 30 лет. На выставку мастер принес не свои работы, а предметы национального быта. Естественно, часть культуры впитана, и я не мог пройти мимо этой выставки. С удовольствием выставил те предметы быта, которыми я пользуюсь, которые есть у меня дома. Это декоративно-прикладное искусство, это ляганы, там, это чапан, тюбетейка. На выставке «Многонациональный Владимир» есть и уголок, посвященный русской культуре. Здесь народные костюмы, игрушки и лоскутные изделия. Одна из главных целей экспозиции – рассказать о том, что объединяет разные народы и национальности. У владимирских жителей, как и у всех остальных, есть свои стереотипы к определенным нациям, к определенным культурам. Вот. Мы же решили переломить это восприятие и показать людям, насколько культура другой страны богато, удивительно, разнообразно, что в ней есть что посмотреть. Это первая подобная экспозиция в Центре народного творчества. О своей культуре здесь рассказали 6 народов. Всего на территории области живут представители более 12 разных диаспор. Поэтому организаторы уверены, что выставка под названием «Многонациональный Владимир» обязательно получит продолжение. Посетить экспозицию можно будет до 9 июля. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.